протезы, которые они делают. И они очень быстро в процессе учебы сталкиваются. И поэтому я очень настоял, чтобы он туда поехал, потому что действительно ему нравится вот так. Третий, чтобы теперь вернуться к нашему примеру. Мы прекрасно понимали и антипример, впрочем. Антипример, я сам был профессором высокой школы электричества, которая находится в Париже, то есть около Парижа, и процесс пошел вытеснить как максимально школа инженеров, Эколь де Телеком, Эколь Политехник, Эколь Суперэлектрисите, отправить подальше от Парижа. И потом они подумали, давайте мы сделаем, создадим какой-то субфенти плюс. А получается какая-то полная неразбериха с проблемой со студентами, с транспортами, с проблемой с профессорами. И вообще и каждая школа хочет оставить себе независимость. Вообще получается, вот, когда объект слишком большой, ничего не получается, и получается наоборот острова какие-то там, которые абсолютно без взаимодействия. То есть я хочу настаивать на этот момент и вернуться к Суфентиплюс. Какое самое важное место в Суфентиплюс? Это кафе, где люди общаются за обедом. И это близко от моего офиса, я часто вхожу, вот я тоже обедаю с ними, общаюсь, как у тебя, вот новый проект, давай, вот я позвоню этому. Вот какой-то неформальный контекст, неформальная культура идет, общение у этих людей. Конечно, надо помочь. Конечно, мы 15 лет тому назад начали вот это Business Angels, которые позволили, вы знаете, что это такое, ну, у нас немало богатых людей, в том числе и русских, которые спрашивают, можно ли приехать, понимать, что это такое совершенно. Каждый месяц мы сделали питч-митинг, где 5 молодых компаний показывают, у них 5 минут каждого, и они показывают, ну, там 300, там 30, 4, 40 вот таких людей, и они, у них 5 минут. Получается, что сегодня, после 10 лет, больше 50 миллионов было вложено, и больше 50 компаний были вообще созданы вот через эту систему. А это примерно эта система социализации, как мы говорим по-французски. С хорошим отношением с людьми, которые приглашают друг друга и общаются. И потом получается что-то, которое мы не полностью контролируем, потому что это жизнь, в конце концов. Но надо помочь жизни. И вот одна большая проблема, это именно для этих новых структур, это финансирование невидимого вклад. То есть именно вот этот интерфейс, как это делать. Роль культуры очень важна. Очень важна сегодня роль культуры. Посмотрите роль музеев. Посмотрите роль музеев, например, возобновление города как Бильбао. Бильбао был заброшенный, ужасный город северо-запада Испании. А вот теперь музей в Гуганайме совершенно новая жизнь у этого города. То есть культура играет очень-очень большую роль. И раздроблена у нас функция, то есть мы не построили кампус. У нас такой цели никогда не было. Наоборот. Наоборот. Проблема была с существованием и возможность даже физически перейти от INRIA, Национальный центр Франции математики, до следующего соседа, который 50 метров, и которые вообще являются самым большим инкубатором сегодня. И уже 50 компаний вышли из INRIA и уже стали плавать по-своему. То есть вот здесь этот момент функции сосуществования вот, целостного проекта, ну, не обязательно, например, все люди, которые работают в Суфентиплюс, живут в Суфентиплюс, и наоборот. То есть вот этот момент свободы, люди выбирают, как они хотят жить. Последний элемент – спорт. Вот здесь это играет огромную роль. Огромную роль. То есть люди встречаются во всех видах спорта. И когда я выступал на прошлой неделе в Ялте, я сказал, ребята, давайте первым делом сделайте 10 гольфов в Крыму. А это у вас пойдет. Спасибо большое. Действительно, мы